Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Для того, чтобы связать такую елочку, делаем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и замыкаем в кольцо. Делаем одну воздушную петлю и в наше кольцо мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем наше вязание и будем вязать за заднюю стенку нашей петли. У нас их здесь две, первая, вторая у петельки. Мы будем вязать за заднюю стенку. Вводим крючок, делаем столбик без накида. Следующую петлю также за заднюю вводим крючок, делаем 3 столбика без накида. Первый в эту же петлю, второй в эту же петлю, третий. И в самую нашу последнюю петельку делаем также столбик без накида. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. И в этом ряду мы провязываем в каждую петельку за заднюю стенку нашей петли по одному столбику без накида. В первую петлю столбик без накида, во вторую петлю столбик без накида, в третью петлю столбик без накида, в четвертую петлю столбик без накида и в самую последнюю петельку столбик без накида. Все провязываем за заднюю стенку нашей петли. Далее делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание, снова будем вводить за заднюю стенку нашей петли. В первую петлю столбик без накида, во вторую петлю столбик без накида, в третью петлю 3 столбика без накида. Первый, в эту же петлю второй, в эту же петлю третий столбик без накида за заднюю стенку нашей петли. В следующую петлю столбик без накида и в следующую петлю также столбик без накида за заднюю стеночку петельки. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание и этот ряд мы снова провязываем без прибавок. В каждую петельку за заднюю стенку петли провязываем по одному столбику без накида. В первую, во вторую петлю, в третью, четвертую, в пятую, в шестую и в седьмую. Также столбик без накида за заднюю стенку. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. В первую петлю провязываем за заднюю стенку петли столбик без накида. Во вторую петлю провязываем столбик без накида за заднюю стенку петли. В третью также столбик без накида за заднюю стенку. В четвертую мы провязываем за заднюю стенку нашей петли 3 столбика без накида. Первый в эту же петлю, второй в эту же петлю, третий. В следующую петлю мы провязываем 1 столбик без накида за заднюю стенку петли. В следующую также столбик без накида за заднюю стенку и в последнюю столбик без накида за заднюю стенку нашей петли. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание, снова делаем без прибавок этот ряд. В каждую петельку за заднюю стенку нашей петли провязываем по одному столбику без накида. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и последняя, девятая. Снова делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и будем снова вязать. В нашей серединке, в средней петельке, мы будем провязывать 3 столбика без накида за заднюю стенку петли, а в каждую до нее и после по одному столбику без накида за заднюю стенку петли. И будем так чередовать наши ряды с прибавкой без прибавок
до нужной вам длины елочки. У меня получилась вот такая елочка. Здесь у меня провязано 15 рядов. Вы можете сделать еще длиннее и в дальнейшем украсить ее разными стразиками пришивными. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии и пожелания. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока!